Сегодня у нас 12 июня 2017 года. Вот утро у нас. В 5 часов мы утра встали с ребятишками. Вот подошли к сковорищнику у нас. И вот сейчас они набирают воду. Тут Никита Андреевич набирает воду. Так, воду аккуратнее, не расплескивать. Аккуратно только. Рад, ты держи, держи, он у них падает. Тарасий, ты что, спишь, стоишь? Дырявая, что ли? Надо это. Вот в эту слей. Сейчас надо другой взять на складе. Ваня, отдашь тогда одну ведерко свою? Что оно там дырявое оказалось, непонятно. Так, все, выдвигаемся. Все, Фрося, оставляй ведро. Все, бери это ведро железное. Оставляй то ведро. Все, давай. Несем аккуратно, не расплескиваем. Хорошо, что это в колодец влезло. Это надо было чуть поменьше налить. Фрося, я же сказал, не расплескивай. Ты что? Сколько воды льете? Аккуратно несем. Николай, много налили, надо было поменьше ему налить. Века неси аккуратно, не расплескивай. Воду не расплескивай. Вот, пришли к моему дому. Сейчас он, брат, сейчас я открою. Так, туда на кухню сразу. И там это, принимай, брат, стой. Сейчас тут сестры уже готовят. В ту большую. Сейчас солью тут водичку. Так, в бак выливайте, вот в этот, в бак железный, вот в этот. Крышку открыть надо и туда выливай. А что, я не могу выливать? Подожди, подожди, стой. Я это же нашла. Во. Куда ведра? Сейчас на улицу выносим. На отмостку пока ставьте, на бетонную. Давай, аккуратней. О, это бак для воды. Запомни, Николай. Что ты пескаешь-то? Зачем пескаешь? Аккуратней. То есть можно подходить и пить. Все, на зарядку. Пошли. Здесь. Можно вот сюда вот, в принципе, пойти. Хоть туда, хоть сюда. Так, где у нас? Кого еще не хватает? 3, 6, 9. Все, да, вроде на месте. А Тарас? Тарас рядом с тобой стоит. Очнись,
Сейчас день Никита выйдет. Пойдем зарядку. Брат, поснимаешь, я зарядку проведу сейчас. Первую. На вытянутые руки встали. Вы же помните. Там вагонов 60 было. Уйди, я сказала. Куда вы Ваню толкали? Девочки, два шага назад. Сделай. Во. А ты это, Тарасик, вперед выйди. Сюда выйди. Кто вы Ваню должна быть? Там да. Будет масштаб. Тарасик, сюда вперед. Выйди. Кто Ваня вставай? Я вставлю. Так. Куртку снял. Куртку снял. Ваня, тебя тоже касается. Тебя тоже. Сняли. Отлично. Называется закалка с помощью холодного воздуха. Это тоже закалка. Как легкий, с помощью холодного воздуха. Тарасик, быстрее, быстрее. Уходим. Один бронзовый, второй средний. Он не пробьется, один конец. Так, руки из кармана, вымыть свои руки, куда встал ты? Вставай, вперед, так, давайте, начинаем с головы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Спасибо за вами большая рыба какая-нибудь была зубастая. Акула. Я его поплыл. Здрасте, видишь, прекрасно. Ну давайте, да, на координацию движения. Одна рука вперед идет, другая назад. Раз. Так. Так, раз. Медленно начинаем, кто не знает еще. Раз. А правая вперед, левая назад. Вот так. Раз, раз. Постепенно начинайте и все раскручивается. Сейчас наоборот. Левая вперед, правая назад. Так, у Николая зависает немножко. Все, ладно. Молодцы, хорошо справляетесь. Николай только поработать над собой. Все мы еще руками не делаем. Ножницы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Тараси, делаем нормально. Ты будешь отжиматься у меня сейчас. У меня ножницы погнулись. Тараси! Так, такие ножницы. Режем, режем, режем. Вот Тарасик, режем. Отставить. Руки на пояс, наклоны туловища. Раз, два, три,
4, 2, 3, 4, 2. Одна рука на поясе, другая вверху. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Стой. Руки в замок. Круговое вращение туловища. Раскручиваем гильпу. Раз. Которые есть такие, которые кидают ее потом далеко-далеко. Сейчас в другую сторону. Ну так, разница. Сейчас раскручиваем, раскручиваем. И выкидываем. Только не соси. А у меня в дом попало. Руки с карманов. Ты что? Как вариант забывал? Так, что мы еще не делали? Ну давайте вот там покрутимся немножко. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Можно назад смотреть. 2. Только на 360 градусов не крутитесь. 2, 3, 4. Отставить. Давайте мельницу. Ноги широко. И вперед. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Раз. Карасей, делай нормально. 3, 2, 3, 4. Делай нормально, только не стираем, а делай нормально мельницу. Все, подставить. Прыжки. На левой, на правой и вперед, поехали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. На двух ногах. 1, 2, 3, 4. Вперед, вот так делаем. 1, 2, 3, 4. Ножницы. 1, 2, 3, 4. Стой, взяли. Сапогу распугал. Все. Останавливаем дыхание. Руки вверх, Тарасик, все, хватит. Руки вверх, вдох, выдох, вниз. Вдох, выдох. Ваня, Ваня, ты куда смотришь? Вдох, выдох. Вдох, выдох. Все, на молитву. Восток с той стороны. Надеваем куртки. Зачем? Свои. Разогрелись. Ты что, обурел, что ли? Я сейчас не У них не драться. Молитва в доме будет. Домашняя молитва. Стараться сапоги мерить. Я здесь куртку постелить, не знаю. Остановись, погреться.